Всем привет! Мы находимся в очень недорогом магазинчике. Название читайте вот здесь вот в субтитрике. Напротив Риф-Мола на станции Салях-Аль-Дин. Ну, вообще, такие магазины вы можете найти по всему Дубаю, допустим, Day-to-Day, такое уже похожее. Сейчас покажем вам цены на мази, на финики, на сувениры, магниты, разные фигурки, колокольчики. И даже ароматы мы нашли. Сколько такой ароматик стоит? 10,50. 10,50 такой симпатичный. Неплохой. Представляете? Неплохой. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и давайте будем смотреть. Ну вот, рядом с Риф-Молом есть магазинчик. Вообще таких магазинчиков целая куча. Похож как Day to Day, еще какие-то. Смотрите, как классно сделано. Уже заходишь и все прям под стекло, можно так сказать. Здесь очень классные цены. Сейчас вам покажу просто сувенирчики, кому надо. Смотрите, вот магнитики, да, 6 штучек. Симпатичные и стоят 10,50 всего лишь. То есть где-то 2,7-2,8 доллара. Еще вот такой вариант. Большой магнит за 10,50. За 8,44 магнита. Брелочки есть. Это очень недорого. Цены реально классные. Смотрите, брелочки по 5,25. Тоже симпатичные все. С дубайской символикой. Вот очень красивый шейхом Заедом. Знаете, кто такой шейх Заед? Оставлю ссылочки в описании на очень интересный его дворец. И на плюшки, которые он сделал местным. Ну, благодаря шейху Заеду все местные теперь богатые. О, Наташа вон смотрит раскрасочки себе. Смотрите, какие красивые тоже. Вот три брелочка. Вот. Есть и всякие такие носики, чайнички, верблюдики. Но это классная тема. И выше пошли. То есть сувениров нескончаемое множество. Ну, что я деткам рекомендую привозить и покупать, конечно же, верблюдик, ребят. Верблюдик – это такое животное национальное, можно сказать, прикольное и очень недешевое. Верблюжьи бега вообще популярны. Я Смотри. Хочу вмешаться. Сказка. Помните, у нас наоборот, Иван Дурак словил принцессу с жабы, а тут принцесса кабенилась, но в итоге, смотри, опа, опа. Тут наоборот, роли поменялись. Поменялись роли. Здорово. Книжечка 3,15 стоит. 3,15 – это меньше доллара. Кстати, очень классно. Кстати, на английском языке, если кто изучает, наверное, это на английском деткам такое купить, ребята, рекомендуем. Так, верблюдики по 10,50. Тоже это недорого. Это 2,7 доллара, 2,8. Шикарный подарок. Что все они по 10,50. А малыши такие тоже по 10,50. Я своим детям привозила. Ну, не моим конкретно детям, а тем детям, которых я тренировала. Я ставила на других тренеров, они очень довольны были, любят этих верблюдиков. Хорошие подарки здесь. Ну, давайте теперь посмотрим вот эти вот важные вещи, как Бурдж-Халифа. Башня, самая высокая башня в мире, смотрите, 8,40 всего лишь. У меня такая есть дома стоит, красота такая, он побольше за 10,50. А вот еще есть стеклянный вариант, тоже 8,40. А вот еще парус есть, Бурдж-Эль-Араб, знаменитый отель Парус. Эти все по 10,50. И большой такой Бурдж-Эль-Араб. Кстати, там подсветочка включается вот тут вот. И оно еще ярко мигает. Очень красиво. Вот, что еще есть? Есть здесь тарелочки. Тарелочки здесь цена написана. Ага, по 9,98, по 10,50. Ну, такая тарелочка 10,50. Народ, вообще круто. И, кстати, она такая... да, хоть сказать, железная. Нет, она не железная. Она может разбиться. Это реальная тарелка. Ух ты, вот магнитики такие за 8,40 и чашечки за 10,50. Ну классно, классно. В таких магазинчики рекомендую занырнуть и найти сувенирчиков. Смотри, кто собирает колокольчики. Есть колокольчики за 10,50. Также, что у нас еще? Давайте посмотрим уже. Это что за павлины, черепахи, не понимаю пока. Всякие пепельнички, кошелечки. Вообще обожаю эти магазинчики. Вон, все по 10,50, смотрите. Вот вообще классные сувениры. Очень-очень классные. Приятные. Вот павлинчик какой. Вот какая черепашка. Ну, теперь ясно. Вот вообще павлин классный. Вот верблюдик с пальмой. Ну, в общем, друзья, конечно, будут довольны, если вы привезете такой сувенир. Вот, 7,50. Это потрусить надо, да? Ага. 7,35, простите. Ясно. Так, что тут еще дальше? Пойдем посмотрим. Это целый магазин сувениров. Находится он напротив Риф-Мола. Были в Риф-Моле и зашли сделать вам видео. Всякие красивые статуэточки, чашки. Так, давайте что-нибудь еще посмотрим интересное. Бахурница 10,50. Очень, кстати,
тоже интересный подарок. Можно ложить, класть туда ут и поджигать. И будет вам классный запах. 6.30 верблюдик. Ну, лучше побольше купить за 10.50. Но симпатичные. А тут прям мордочка верблюда похожа на льва. На короля льва. Всякие прикольные кошелечки. Почем они, непонятно. Не знаю. Так, ну как же без цены-то? О, 6.30. Кошелечки 6.30. А вот такой вот прикольный человечек, пушистик. Он стоит 8.40 стоит. А вот такой 10.50. Очень много я вижу у девчонок-филиппинок на рюкзаках и у деток. И наши детки в школу вот любят ходить с такими пушистиками. Не знаю, может, их гладить нужно, когда нервничаешь. Вот за 6.30 есть, а вот сердечко за 4.20 всего лишь. Ну и всегда здесь будут всякие вкусности. Это же не только магазин здесь, чтобы вы купили всякие магнитики, игрушечки. Что здесь главное, народ? Ну, конечно, финики. Какие у нас подарки без фиников, правильно? Никакие. Теперь посмотрите, сколько здесь. Даже намного больше, чем в Карифоре. Вон самый большой, всего лишь 10.50 стоит. Ого, сейчас я вам увеличу. Это очень дешево. Жалко, я не могу посмотреть срок годности, но очень, очень большие финики. И рядом 10.50. Это вот по килограмму. Сразу говорю, то точно уже прям вижу. Вот 9.45 есть. Обычно еще есть, знаете, с чем? С орешками. Тоже очень вкусная. И конфетки я рекомендую. И конфеты, смотрите, какое просто тут сочетание. И разные, и белый шоколад, и черный шоколад, и коричневый. Короче, шоколадный шоколад. Молочный шоколад. 10.50 стоит. Классно. Что-то мальчик заглянул. Секьюрити, наверное, хотел меня остановить от видео. Вот такие вот финички. 3.68, это ровно доллар. Вот, очень прикольная. Также сиропчик рекомендую. Вот. Очень он полезная вещь. 10.50 стоит. Много-много вариантов фиников. Много-много вариантов конфет. Вот такие вот вкусные, кстати. Вот это вот Arabian Delights 5.25. Но это что-то там мало в граммах, по-моему. Здесь, наверное, грамм 200-300. Чего оно не вот это? 100 грамм вообще. 100 грамм. Вот. А вот здесь вот, где я посмотрела. Здесь сколько же грамм? Давайте глянем с вами. Сколько здесь грамм? 300, что ли? Вы что-то видите? 43 калории я вижу. Грамм сколько? Не могу понять. По-моему, 300, ну, по весу судя. Ну, вон тоже красивые финики. Ну, и, конечно, есть всякие баунти, твиксы и остальное. Ну, и куда же без парфюмерии? Смотрите, все товары от 1 до 10 дирхамов. Действительно, тут почти все, смотрите, все ароматы 10.50 стоят. Но это вообще ни о чем. Хотелось позвать Наташу, чтобы она попробовала, потому что мне не совсем удобно пробовать, держать камеру и пробовать аромат, нюхать. Слушайте, ну выбор тут просто мега. Есть, смотрите, с такими арабскими вязями прикольные. Есть и вот на английском написано 7.35. Что это за цены такие? Я не знаю, опять-таки, если вам понравился аромат, берите. За такие деньги это вообще, конечно, копейки, но посмотрите наш лист распаковка ароматы. Мы там действительно покупаем, нюхаем, пробуем настоящие такие арабские парфюмы, но они, конечно, будут дороже, друзья мои. И, конечно, будут стоить дороже. Так, я так понимаю, что это какой-то отдел мужской парфюмерии, а, наверное, здесь женская. Или нет, здесь тоже для мужчин. Смотрите, ну вот разные-разные серии, разные. Саваж, это типа копия Саважа. Интересно, ну как все-таки я... попробую, а что-то вообще просто интересно. Ну, знаете, у меня, простите, неплохо, совсем неплохо. Просто сейчас я позову Наташу, чтобы она понюхала. Реально, вот как запах вот этого вот саважа, который я люблю. Это просто, слушайте, интересная копия за такие деньги. Ну, я, конечно, не говорю, а может она выветрится через 5 сек. Но классно, смотрите, какие красивые, вот такие бутылочки, вот такие. Я думаю, друзья будут рады любому подарку, который вы просто, в принципе, им привезете из Эмиратов. Бутылочки тоже, ну, оригинальные какие-то, интересные такие. Мед, раздутая такая пышечка. Смотрите, вообще какая-то, ну, для Эмиратов это нетипично очень. Ну, да, прикольно, интересно. Ну, и также есть, кстати... ну, кроме шампуня, ладно, все, я навела камеру на шампуне. Смотрите, очень важный подарок, который подойдет любому человеку. Все мы заботимся о вашем здоровье.
Я вам сама скажу, что мы пользуемся этими мазями. Вот, и они очень классные. Вот тигр, ну, с тигром мы познакомились еще в Индии, 6,83, огромная коробочка. Помню, мы за 5 брали, но, по-моему, коробочка была поменьше. Вот, разные два варианта тигра. Занду очень классная мазь, это дешево, более того скажу. 10,50 за 3 мы брали в Эляне по 5. А 10,50 это классная мазь, которая и, видите, от головной боли, и от body pain, от любой боли в суставах. Ну, это как вот любая мазь, когда у вас что-то болит. Это вот классная штучка, ее нужно нюхать. Такая вот зелененькая внутри. Сейчас, может, открою. И она когда пробивает вам носик. Короче, я так не буду ее раскрывать. Бутылочка пробивает вам нос, когда у вас насморк или когда вы себя немножко плохо чувствуете. А это вообще великолепная вещь. Ну, также вот это вот муф. Моя мама очень сильно любит заказывать муф. Он все на натуральной основе. Вот это вот, эта брызгалка, очень удобно. Не хотите мазать, взяли, набрызгали. Все по 10,50 и чувствуете себя классно. Fast Relief есть, еще Deep Relief. Ну вот такие вот мази. Радиан, кстати, тоже. Тут еще Радиан обычно стоит намного дороже. Я всегда думала, что лучше. Здесь все в одну цену. Так что вот такие подарки я рекомендую вашим друзьям. Это очень обязательно. Это их порадует. Ну и что еще от себя скажу, панадол здесь классный, настоящий панадол здесь тоже работает. И всякие, видите, масла есть здесь, всякие, о, вот еще есть вот эти патчи мува, наклеиваешь, типа как у нас, наверное, как перцовый пластырь. В общем, народ, есть куча всего. Вот позвала Наташу, Наташа уже взяла что-то, ну, расскажи, что ты взяла. Я вот эту корзиночку взяла. Ну, 6,30, нормально. Более, а это вообще мне понравилось, это покажи. Подставочка под... Подставочка под пиво за 10,50. Ну, что, теперь под, вот, под, пожалуйста, под понюхай саваш. 8,40. Ты, конечно, сейчас будешь говорить, что это там дешевый какой-то. Я его понюхала, я удивилась. А мне он реально напоминает тот саваш. То есть я не права, да? То есть Наташа развенчивает миф. Не? Фигня, да? Не фигня. Мне вот показалось, что вообще вот он очень, по крайней мере, близко передали его аромат. Нужно набрызгать, и если ты через час не умрешь. Через час нет, а ну хорошо, ладно, будешь. Сейчас набрызгаю, похожу, потом напишу вам в комментах. Анна, ну, Анна, ты... это Анаис, Анаис. А? Анна, Анаис, Анаис. Ага, что это значит теперь, скажи? Ну, это кассарель, Анаис, Анаис, знаменитый аромат. Только а, все, она... поняла, то есть они чуть-чуть переделали, да? Да, чуть-чуть. Ну, в общем, можно брать, пробовать на роз. Видите, какая роза симпатичная. Ну, вот, посмотри, вот эти вот розы за жасмин за 7,35. Честно, меня вот удивило. Нет, я поняла, нет. Короче, Наташа говорит нет. Ой, я хочу. Давай. Дирхамчик. Смотри, ты видела тут все вещи от 1 до 10 дирхам. Очень коробочка красивая. Покажи, пожалуйста, коробочку. Коробочка просто мега классная. О, ну это такое. А ну дай мне. Восточно-сладкий. Слушай, ну вот такой в подарок, если денежек немного, можно привезти. Реально. Главное, слушай, а посмотри, сколько вот там вариантов этого дирхама. Класс. Называется дирхам. Вот такой же кувшинчик на монетке. Ну что? О, это удовый больше. Удовый? Угу. Рекомендуешь, да? Ну как, на подарочек. Не, ну прикольно, что такие вот варианты и вещи. О, есть. Я хочу розовый. Ну что, Наташа, твое мнение про эти ароматы? В принципе, я вот хочу сказать, что я взяла не подделки, но я называю это подделками. Just Adore, типа вот... Ну да, Dior, похоже. Да? А вот этот дирхам, вот смотри, вот этот вот Сакар Аль Марат какой-то. Он вкусный. То тебе, за 10,50 это за 10,50 вот... вам вот такие ароматы, даже еще хуже, будут это давать в этих, в суках, вот Мадина Джумейра, потом где мы как были? Как мы были, в сук Эль-Бахар, да? Эль-Бахар, вот, то есть вам будут за 200 дирхам это продавать, пытаться. Но даже еще хуже, мне так кажется. А здесь? Здесь еще более-менее аромат, да, ну, так ты говоришь? Да. Ну вот саваш Наташа не понравился? Не, ну который не... мне так немножко близко был, я не люблю к Джонни такие. Деппу. Я но... не люблю такие. Если уж брать, то брать. Ну, не, ну если нравится, пожалуйста, берите. Но в принципе, если уж поискать, то лучше здесь поискать. Вот из таких вот с названиями именно эмиратских. Вот именно на арабской вязи, да? Арабской вязи. Наташа, вот дирхамчик розовый понравился, мы показали. Вот этот вот, да? Наверху. Да, ну мы же показали вот его этот, уже. Вот этот неплохой. Превьюшки. Такой даже легкий. А ну и вот эти вот, то, что я показывала. Вот этот, о, симпатичный очень. Так что, если Наташе нравится, поверьте, вы тоже можете зайти и точно взять себе и друзьям своим в подарок. Вот такие вот лайфхаки от нашего канала.
Вот, Наташа, смотрите, ругается здесь. Ругаюсь благим матом, потому что на Дере, там где возле Абр, где мы переезжали, в туристическом районе, где мы конфетки покупали. Я покупала пемзу, но даже еще это еще запечатанное. Смотрите цену, 3,15, а там еще за 2, без упаковочки, скажем так, просто с валиком висят. А мне он втюхал за 10 дирхам. Ну это я виновата. Я, надо было сказать, что товарищ, ты не прав. Вот. Да, короче, тоже ж. Ну, пемза это хорошая, но выполняет. Живем здесь 6-7 лет, да, и все-таки. С другой стороны, надо доехать сюда. Сколько нам заплатить, да, правильно? Да. Поэтому. Вот, снимаем видео, мешаем людям работать. Поэтому это. Ну вот дальше всякие идут такие. Как это? Масхара называется или как? Каял. Каял, да? Ну да. Каяльчики идут. Ну, карандаши симпатичные, дальше уже и помадки, и лаки. И смотрите, сколько резиночек. О, это рай для меня, подожди. Да, Наташа себе искала резиночку, по-моему, мы в Ильяне штуку за 5 дирхам покупали, да, где-то, да? Да, а тут да, посмотрите, Наташа, давай ты возьмешь себе уже за 2 дирхама несколько, и будет нам счастье. Несколько коробок, да? Да. О, Наташа заколочку нашла себе еще одну. Правда красиво смотрится? Нормально? Ох, да, вообще классно. А сколько? 3,15 за 2. 3,15 за 2 заколочки. Ну, не знаю, девчонки, что бы вы сказали? Заколочки вот такие вот, просто класс. Такой сувенир меньше доллара. Посмотрит, Наташа посмотрит видео, решит, будет ли она брать. А так мы уже немножечко набираем себе, да, коробочек. Сейчас. А зашли просто посмотреть и вам видео снять. Ну вот, Наташа уже потерялась прям тут. И бижутерия, смотрите, цены 3,68. Это реально, это доллар. А 5,25 это 2 доллара, да, где-то? Ну классно, посмотри, слоники, браслет какой-то, Наташа, внимание обратила, посмотри, покажи. Мишки, слоники, бабочки, губки, вообще, такой класс. Да, вот бижутерия здесь есть, все это вот за 6,30. Тебе такой браслетик понравился, да? Ну, красиво. Ну, прикольно смотрится. А смотри, это на голову, когда индианки одевают, вот на лбу у них висит, это прикалывается. Это. Два браслетика, 2,10 вообще, смотри, класс. Ну, вообще, интересно. Кстати, вот фенечки мужчинам в подарок, 3,15 стоит целая. Целая куча просто всяких таких модных фенечек. Ну, типа кожаных, на самом деле, конечно же, не кожаные, но, допустим, за вот это вот. Это 5,25 будет, какая-то очень крутая, видно. Хорошо, за 3,15 я хочу посмотреть. А это одна за 3,15. Думала, наборчик целый. Ага, то есть тут вот одна фенечка такая, 3,15 будет стоить. Ну, тоже прикольно. А вот наборчики. 5,25, тут штучек 5 или 6 фенечек, интересно. Всякие бусики красивые. 7,35, 6,30, 9,45. Ну, народ, как бы. Диадемки за 10,30. Девчонки будут довольны. Вот. Что? Тебе понравилось что-то? Тоже крабики. 10,50, 6 штук. Ну да, они типа цветочки, но все ну, равно. Красивые, да. А теперь смотри у меня. А у тебя эта штучка сколько стоит? 50 гривен. 50 это, гривен? Это 70. Это 70, это 70 6, гривен. Это мы купили в Украине за 50 Киеве, гривен, да. А это 10,50. Ну, это сравните, народ, цены дешевле где? В Эмиратах или в других странах? Вот иду наверх, смотрите, ну, 5,25 сумочка. Я понимаю, что, возможно, она там какая-то не сильно там крутая, но 5,25. То есть тут все сумочки по 5,25, то я извиняюсь, это очень круто. 5,25 сумочка, ну да ладно. Просто не верится. А это сколько стоит, не знаешь? Такие удобные сумки, если у вас вдруг перевесик. Вот да, все, на синей и на черной где-то написана цена, но я не вижу. Вот эти вот по 10,50 сумочки. Наташ, посмотри. Ну я понимаю, что они не фонтан. Это 10,50, а это 5,25. Ну на пляж же ходить, классно. Это, да, вот это классно. Под 5,25. Слушайте, ну второй этаж тут тоже как бы прикольно. Очень даже классный. О, боже. Вижу. Классные рюкзачки для девчонок, кошелечечки. Ну, как это, одноразовые. Эти магазины, я вот с этой солью сейчас делюсь, что эти магазины чем опасны, да? Тип, вроде дешево, набираешь, потом это, куча денег. Набираешь, уходит. Да, целую кучу, и уходит куча денег. Кстати, подняться на второй этаж, есть куча вещей классных. Вот, допустим, те же сувенирные футболки по 10,50. Смотрите, Дубай, Бурж-Халифа. Размер, цвет, очень-очень дешево, всякие кофточки, все по 10,50. Шикарные штанишки. Думаю, здесь и Наташку и потеряла. Да, и тапочки вам покажу, правда, вот Ladies Slippers. Очень много всех тапочков разных, 5,25 стоит. Ну, ребят, кто забыл, это, оказывается, не проблема зайти купить в магазинчик напротив Рифмола. Название сейчас вам напишу.
детские такие-то пусики 10.50. Слушайте, вообще, это просто, это очень дешево, и ребенок будет очень рад такому подарку. Ну, это просто мега. Так что захотите в этот магазин обязательно. Народ, ну и на втором этаже, конечно же, очень много шарфиков, смотрите. Есть 10.50 цена, есть 5.25. Вот, на любой вкус и цвет, красивые такие разноцветные шарфики за 5.25. Вот, опять-таки, что еще можно привезти на подарок, на сувенир, вот такие за 10.50. Но можно, конечно же, как Наташа, поехать на Сук Бахар и приобрести там за $11, ну, тоже неплохо, я вам должна сказать. Вот, по 7.35, мне вот такой нравится, о, очень приятная, кстати, очень приятная ткань, розочки красивые. В общем, целая куча шарфиков. Вот, ну что, надеюсь, видео вам понравится, оно будет полезно. Заходите, смотрите, покупайте опять-таки. Ну, что обязаны привезти? Какой-то аромат понюхать, финики попробовать, мазь намазаться и магнитик на память. Все, всем пока, всем счастливо, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами была я.